Скажи честно, паль или не паль? Сейчас все-таки, блин, опять свалил, наверное. Не, нифига не свалил. Меня сюда командировали. Командировали наши. Я приехал на самый большой турнир International по Доте, где играют три наши команды. Это Тундра, Гладиатор и Virtus Pro. Постараюсь для вас добыть самый интересный контент. Где-то у меня есть доступ и блат, где-то нету. Я буду прорываться. Давай быстро покажем номер. Номер типично американский. Больше всего вот флешбэк с детства мне напомнил вид из окна на крышу с автомобильной парковкой. Это Америка. Это знаешь, когда призовой фонд снизили, количество людей тоже снизилось. Эй, what's up? С России. О, как дела? Давай. Слушай, а ты постоянно фанат Доты? Да. А скажи, пожалуйста, почему так мало народу? Не знаю, мне кажется... Из-за призового фонда? Призовой фонд, да, маленький. Да? Мне кажется, больше тут. Знаешь, что это? Ты продаешь... Я буду на ютубе? Да. А ты смотрел этот ролик, разоблачение про него? Ну, мне кажется, в ТикТоке видел. Там пиздец, блокбастер, блядь. Просто вообще раздарю. Братья. Ну, заспиритив, да? Мы? Нет. Ну, вообще, за Virtus Pro. А нет, пиздато. Я думал, хуже с собой. Короче, это Virtus Pro играет против Team Spirit. Мы болеем за Virtus Pro. Это, короче, для них... Если Virtus Pro выигрывает, то они бьют свой же рекорд. Все, что я знаю пока. Не знаю, Team Spirit, мне кажется, большие фавориты. 8-0 идут по картам. А вы откуда сами? Туркменистан. Салам алейкум всем. Чемпион. Лизнешь? А, лизнешь? Серьезно? И вживую впервые смотришь? Да. Бро, объясни, что происходит, хотя бы вкратце, вот чтобы взрослый зритель понял. Во-первых, ты должен убивать нейтральных крипов. Они дают тебе опыт и деньги. И бабки, да. Чем больше команда убивается, ну, каждый поодиночке, тем сильнее становится команда. Нейтральные — это боты просто, которые бродят, да, пока? Да, вон, которые бегают, да. А потом они сильнее становятся и друг на друга нападают, да? И тут главное умно друг на друга нападать. Пару больших файтов могут решить всю игру. Как лучше, Рома или Рамзес? Да как по кайфу вообще, мне без разницы, честно. Сейчас зайдем в Practice Room. Practice или Practice? Practice Room. Где мы тренируемся и проводим, ну, типа, 10 часов своего времени, собственно, и никуда не выходим. Ну и что, питаемся и доставкой. Hi, guys. Hey, what's up, man? Это вот, собственно, тренер Evil Geniuses, американской команды. Вот тут у нас на каждой Practice Room, то есть такие штучки. То есть это типа наша команда, вот. Так, ребят, я не предупреждал. Офигеть, сколько вкусняшек. Ну, здрасте. Вот, заходим в наш Practice Room. Здорово. Ребят, здорово. Это здорово. Амиран. Привет. Знакомьтесь. Здорово. Я залез к вам, пацаны. Это Дима. Здорово, Амиран. А мы здоровались. Я как будто не видишь. Собственно, Амиран, очень приятно. Взаимно. Вот тут мы и проводим почти все свое свободное время. У каждого есть типа свой компьютер. Вот, типа, такие коврики нам подогнали, интернешнлские. Вот у меня дошик,
классический. Питаюсь я тут, выживаю. Ну что, вот так вот как-то и живем. То есть вон заказываем еду, кушаем. У нас тут есть снеки. И с ребятами, собственно. Вот. Блин, клевая у вас жизнь, я завидую вам. Ну как сказать, мы тут на самом деле уже очень долго. И вы за это деньги получаете? Да. Ну в этом году не особо получаем. В этом году так, на ход ноги чисто. Антон уже пожаловался, сказал, что вам сильно все сократили. В этом году International, да. А с чем это связано? Типа с мировым кризисом все бабки жопят или что? Лёх, расскажешь? Мы поменяли систему сбора средств. Раньше была краудфандинг называется, когда... Скидывали все. Ну да, типа пользователи игры покупали боевой пропуск. Там была куча косметических предметов, всяких фишек. И люди были готовы тратить деньги на это. И рекордный призовой был 42, по-моему, да, мульта? 41 миллион, 42. 41 миллион, это был 2020. Выиграла команда Team Spirit, тоже из СНГ ребята. Вот. А в этом году они поменяли систему, добавили просто, типа, компендиум называется. Ну, короче, такая штука, ты делаешь прогнозы по турниру. А на мотивацию это не сказалось у команд, которые участвуют? Сказалось, конечно. Сказалось 100%. Как бы уже, как считается, как не прям то, чтобы престижный турнир. Все раньше играли... То есть... Не, ну престижный, ну почему не престижный? Я имею в виду, все раньше в Доту играли... Все, кто играл в Доту, все мечтают. Да, все мечтают выиграть International, то есть... Но опять же, это было как бы и из-за того, что там дают Аегис, то есть там для каждого дотера это мечта. Ну и, конечно же, огромный призовой фонд. Аегис — это вот этот щит. Это щит, да, вот за который типа все играют. В Инвижене стоит такой, да, у Ромы, вот. Я видел. Это, собственно, вот эта команда и выиграла 10-й International. И вот это их Аегис лежит, как это я понимаю. Это как пояс UFC, да? Типа, если типа ты его того, взял, да. Но и забрать его не могут. Все видосы смотрел. Ну, какие ты смотрел? 12. 12? Ну да, битва за хайп там. Круто. А Никиту знаешь? Конечно. А это правда, что вы фейковые вещи? Нет. Неправда. Неправда? Чем мне нравятся дети? Не, подожди, подожди. Они вообще не трогают. Я впервые сейчас общаюсь с человеком, который на вас посмотрел. Ты сам что думал? Ну, я просто видел, что вы делаете фейковые... Ну, кто-то говорил, что вы продаете фейковые товары. Ты просто новости увидел? Сам не разбирался, не смотрел? Не, я даже. А, мой даже? Да, да. И что думаешь? Ну, 50-50. Да? Да, да. А куда этот видос выйдет? Ко мне. Ко мне? На дневник Хача? Да? Прикольно. Хорошо. А что бы было бы не 50-50, просто мне интересно. У меня ощущение, что, знаешь, я сказал все, что мог. То есть мне нечего доказывать, когда не знаю, что доказать. Я знаю, как мы покупали весь товар, и знаю, как его проверить. Ну, как-то по видео мне казалось, что вы оправдывались там перед кем-то, да? Ну, не, не это оправдывался. Как я... Мне надо среагировать же как бизнесу. Меня хейтить начали в интернете, пришлось как-то среагировать. Ну, просто я знаю, что можно прям очень хорошую копию покупать, даже никто не отличит. А это оригинала это или нет? Ну, то есть, там даже все... Отрабатывать, не представляешь, годами. Время, время. Время, да. Так жаль, представляешь, что... Время, ну, и, вот знаешь, и закупать такое... оригинал. Вот, ну и призовой фонд, очевидно, за что все играют, чтобы до конца жизни как бы кайфовать и ничего не делать. Антон сказал, что у него уже сбережений 1700 долларов, а у тебя сколько? Нет, у меня не столько. Вот я заработал. А, заработал. Ну, а осталось сколько, Антон? Я не знаю. Но есть сайт. А где ты держишь их? Это, наверное, скрутить на банке, пирамида. Не, ну просто интересно, где ты их хранишь? В крипте или где? Не, на карте, в крипте. На карте? Да, сколько-то еще должно быть. Антон давно уже в Сербии живет. Да. А, получается, я... Ну, есть, каждый, есть сайт, то есть у каждого игрока можно посмотреть, кто сколько выиграл денег за карьеру. Ага. То есть, он, ну, там, у Антохи поменьше, он малой, у меня там 2 миллиона с чем-то. И, ты реально есть... 2 миллиона срубил? Ну, это только чисто призовых, конечно, это без зарплат, без там контрактов рекламных и всего-либо. Да, и у меня... А осталось нет. Сколько примерно? Блин, может, да это... за счет, в банке у меня лежит там, ну, вот... Не знаю, там, 1600, может быть. А куда остальное дел? Я куплю квартиру в Москве, то есть... А в каком районе? В
центре я живу. You're the star of the show. You can follow him. Okay. What's up, man? What's up, bud? What's going on? Right. You gonna catch a fish? Okay. Come on. Okay. And your camera gonna stand behind him. Just in case you miss, you get smacked. Okay. You be good. Basically. No, you're good. You're good. He's good. So you're gonna stand sideways like this. Okay. So it's gonna come this way. If you miss, let it hit him. Right? So the whole point is you don't want to get dirty. I got you. You got no it? Problem. Use your hand. TT! TT! Hey! Hey! Back. Turn it down. Hey! Good job, bud. Рома, скажи, а сколько в среднем длится карьера дотера профессионального? Через сколько он ласты склеивает морально? Ну, смотря во сколько начинаешь. Вот я вообще начал карьеру как бы там, в 16 лет, в 15 там. А тебе сейчас сколько? 24. Я то есть я уже достаточно старый. Ты уже дед по меркам да? Доты. Да. Ну, есть разные позиции в Доте. Есть кэрри, это типа там тащ. Ну, есть, короче, нападающие. А да, есть типа там защитники, да. Вратари там. Ну, ты ну да, условно, и нападающие. Yeah, там, у них там yeah, свой average возраста. Они там в основном, ну, до 26 лет, там, в основном хорошие кэрри-игроки. Да, Антов? Мне 26, да. А куда потом? Вот закончится карьера дотера, что будешь делать? Ой, да, найду себя. Это ж... Стримы? Стримы, какие-то контент можно снимать, как бы. Ты же со многими людьми знакомишься, во многих сферах как бы крутишься, да. А дота это как, ну, твое основное... хобби, можно сказать. А не надоело? Нету такого, типа, блевать охота? Ну, давай так. В жизни я нихуя не умею. Чуть-чуть, типа, ну, мне не надоело. Как бы деньги приносит, удовольствие получаю, есть, как бы, эмоции, опять же, от игры. Когда побеждаешь других игроков, конечно, у тебя, ну, прибавляется мотивация и в дальнейшем. На самом деле, все, кто играет на просцене, они играют ради эмоций. А нервных срывов не бывает? Типа не хочется иногда там? Не конечно. Знаю. Ну, это вот недавно был случай. Бо... Чел играет в тир-1 команде, там занимает топ-6 места на всех турнирах. Но у него просто... Ну, ментальные проблемы начались на фоне того, что постоянно тренироваться, там постоянно играет. Турнир. И вот он... Турнир. Отказался даже вот на этот турнир приезжать. И сказал, что завершу карьеру. Ну, взял точнее перерывчик. Чтоб полечиться, ты успокоиться там. Серьезно, к психиатру, да? Да, да. Я тут тоже к психологу ходил недавно. Помогает, кстати, можно ходить. Ну, от человека тоже зависит. Ну, ты как бы каждый день ты просыпаешься, идешь в душ, играешь до вечера, у тебя там есть там свободные там часа 2-3, но в основном все остальное время ты сидишь за компьютером, как бы и на здоровье тоже влияет. Это к нему. И вот... еще раз, Ваня за что отвечает? Непосредственно за взаимодействие с игроками. То есть он их менеджер, который с ними... Да, я постоянно с ними нахожусь, да. Там есть что-то им надо и так далее. Я как бы немножко дистанцирован от них, да? Ты выглядишь так, как человек, который их пиздит, если они плохо вот себя ведут. Плохо ведут, если... Давай попробуем армрестлинг. Че? Ну тебя обучали как надо, что? А, да, надо размять, во-первых. Да, конечно. Мы сейчас травмируем друг друга. Нормальный контент после не то. Ты же понимаешь, если ты сейчас проиграешь, ты потеряешь авторитет у команды. Какой? Ты смотри на свою руку. Ты сколько этим занимаешься? Ты смотри на свое предплечье, блядь. Предплечье я качал. Да, я второй раз в жизни это делаю. Ну, но ты-то с профессионалом. Смотри. Кисточку ровно. Да куда ровно? Ты преимущество на себя забрал. Давай. Ну, чего давай? Ну, как я буду делать? Смотри, вот так должно быть, правильно? И плечо ровно. Да, и плечо ровно. Подожди. Давай, ты дави, я держу, и потом поменяемся. На что вы играете? Да на что? Ни на что не играем. Давай... Спортсмен против киберспортсмена. На что играем? Чтоб интересно было. Бля, ну началось. А что у тебя есть? А у тебя? А у меня ничего. А что спрашиваешь тогда? Ты спросил, что играем. Ну что бы тебе хотелось, честно?
Блин, честно? Да. Где-нибудь у Сарычева поучаствовать? Или у Акимба поучаствовать? Скажи, какой рукой дрочишь? Правой. Вот этой? Да. Блять, давай тогда эти. Не, левая травмирована. Тогда в пизду, блин. Лайн. У них другой спонсор. Лайн, как и что? Линай, но я не знаю. Линэ, да? Ну типа линия можно подумать. Да вы смысленно получили. Все понятно? Ну что, вот вин, победите. Общий план. Сделайте возьми линию. Да. Грибы. Go. Он токсичный. Мой пиздюк нравится мне. Похож на меня. Ну тут просто надо думать головой в основном и. Слушай, а что значит думать что головой? Зачем? Просто набрал воинов и пошел атаковать, не? Ну, как бы, против себя же тоже такие же люди сидят, и они как бы хотят тебя обхитрить и в каких-то моментах переиграть. Ну, в основном это как шахматы, и очень много в игре решает сама стадия выбора героев. Ты должен наиболее сильных как можно ухватить себе или, наоборот, забанить врагу. И то есть и в таком ключе как бы и строится уже начальная игра, как шахматы. Ну, короче, сложно на самом деле объяснить людям, которые не играют в доту. Пошел да нахуй отсюда. Но я стараюсь простым языком как-то вкинуть. Ну да. И типа ты стараешься как можно сильнее перехитрить врага на каких-то вещах. И с этого и строится, собственно, дота как таковая игра. Кто бургер не доел, кто-то рискует. Да. Тут много недоеденной еды остается. Шик-шак. И только утром уберут, да? Утром уберут, да, и это все воняет. Чистенько. До утра. Ну вот так и живем. Живут дотеры или каэсеры. Каэсеров примерно все то же самое, именно. Начальная стадия. Доброго вечера. Это наш менеджер. Очень приятно. Это наш второй менеджер. Они нам в основном заказывают еду. Ну, вы можете с ними пообщаться, если вам интересно. Они отвечают за нашу. Очень интересно. Нам интересно, как ты боевой дух ребят поддерживаешь. Когда они получают бабки, либо когда они проигрывают. Ну конечно, это зарплата в первую очередь. Во-вторых, еда. Но они же к этому привыкают. Вот у него уже квартира есть и 600 тысяч долларов. Каким образом ты поддерживаешь его? Ну, слушай, по-разному. Самое главное — давать свободу в действиях в определенных, не ставить жесткие рамки. Отца много зарабатываешь? Я бы сказал, недостаточно. У тебя есть 600 тысяч долларов? Не, у меня меньше. А ты им завидуешь? Наверное, на 2 нолика. Завидуешь? Слушай, зависть была, наверное, первые года, когда я работал. Я думал, а за что все это? Делаю ебать. Пацаны, ну, бывает. Вообще, это перманентное желание, я тебе так скажу. Ударить. Слушай, ну, не, вначале, конечно, была определенная такая мысль, что, типа, парни просто играют в компьютерные игры, схерали так много бабок. Да. Но потом, постепенно, вот со временем приходит осознание, что, да ну нахер так играть, столько играть. Время тратится. А в чем твои обязанности заключаются? Вот, слушай, это? Я общаюсь с турнирным оператором, организация буткемпа, это питание, проезд, проживание, интернет, ну и в принципе решение всех проблем внешне игровых, не связанных с игрой. Ты похож на человека, который все замутит. Почему? Priority of the competitive year, everyone studied their replays, everyone studied them, and it seems like they fizzled out right before a TI, just as it always goes, but especially Like, не мешает провод, да? Сегодня ты меня спас, да? Да, конечно. Пандус, как говорю. Здорово. Ты, кстати, Лайн неправильно написал. Так это, чтоб не доебались.
Ramses! Yeah! Let's go! I love Ramses, man! Really? He's my favorite carry, man! Yeah, best TB and EU, man! Yeah, I agree. Yeah! I love you! I love you! Уже нашел себе уже, блядь, бойфренда, блядь. Бля, я быстро вливаюсь в любую тусовку. Two, right? Bristol spamming you all the time, you have them self-sustained with the Chaos Strike. Because that's where Dota always... Как дела, играем? Как они? Боевой дух, честно. Нет, нормальный дух, но ты видел, погода сегодня угнетающая очень. Солнца нет вообще, темно, капец. Так, ну что? О, повеселее начинается. Ну пойдем, что-то поделаем. Это китайская команда, мы с ними скоро будем играть. Они наши друзья. Я не думаю, что там... Нихао. Будет. Но... Эй, лучше не надо. Yes? Who is that? Hi, bro. Okay. Just wanna film, guys. It's okay. Sorry, we are screaming. One minute. Sorry, can I? We are screaming. I'm so sorry. We are friends, Russian, Chinese. Yeah, we are screaming. We are friends. Yeah. I want buy Chinese car. Велосипед. Please. What's your name? Fun. Okay, nice to meet you, fun. Nice to meet you. See you tomorrow? See you tomorrow. Okay. Ну, собственно, все тренируются, ребята. Я даже не знаю. Все на меня будут, блядь, пиздеть потом. Какой театр? Guys, you busy? Guys? Are you busy? Can we film 1 minute? 2 minutes? Hi. What's up? Hello, Ramses. Hello, bro. Здорово. Where are you from? Sweden. Sweden? You speak Russian? No. Only a little bit. What's up? Okay. I think he wants to ask like some questions. Are you player or manager? Manager. Manager? Manager. How many money you make? Not many. But why they you... pay me with food. Really? Yes. Just food? Just food. But I get to travel around the world. And it's you nice. Like? Yeah. Nice job, man. Yeah? He's doing it. They pay you? Yeah, sometimes. Real money. No, Monopoly. Monopoly. Okay. Me too. Who is your favorite team? Nine Pandas. Okay, and and you think Nine Pandas win this tournament? Yes. Kiyotaka very good. Okay. Ramses big noob. Yes. Big noob. Big noob. Sorry. It's okay. But Kiyotaka will win. Maria, не кушают, играют. What about girls? Girls? Yeah. That's haram. Haram. Okay, bye. Okay, bye. From the game. If you have fun, you don't think about the result. Nine Pandas! Я в этой игре буду болеть за... Кого? За пацанов, за нас. Слушай, это только первый раунд, блядь. Хуйня. Не все по этой сумме. Да, был у нас 6-7. На 7 этаже есть. Тут есть еще этажи. This is America, team. Let me ask you. Guys, you busy? Guys? Someone for interview? 1-2 minutes? 30 seconds. Come, guys. Chris, come in. Please. This is my friend. Amira. Huh? Amira. Amira? Yeah. Yeah. Nice to meet you, I'm Pierre. Nice to meet you, man. His language not like very good, but you can ask him too some questions. Where are you from? Peru. Peru? Yeah. I'm from Georgia. Georgia, okay. Yeah, but not state, it's small country. Yeah, I know. Yeah, how old are you? Yeah, me? Yeah. 24. 24? Yeah, 25. You're old for Dota, no? Yeah. I don't know. It's okay.
24. I'm 37. And you are? I can try right now start my career in Dota. I'm not sure. Ну, до 30, мне кажется, ну, вот нам потом все, вот Лёхе, вот Лёхе 33, вот, который рассказывал, собственно, про призовой фонд у нас. Да, ну, уже... Менеджер, который? Нет, который, вот, ты у него спрашивал про призовой фонд. Он тоже игрок. Он игрок, да. Да, да. Он наш капитан, по факту. То есть, в основном, самые старшие, там, они капитаны, как бы, такие опытные, там, на опыте. Ну, что, не будем задерживать братишку. Thank you, man. God bless America. Yeah, God bless America, but I know from America. Thank you, Chris. Можно я тебя обниму? Конечно, да. Спасибо тебе. Нет, спасибо тебе. Дневник Хача, One Love. Это вообще сюда садим. А у них КВ. Я думаю, там... Да. Там тёлки. Я просто надеюсь, что мы куда-то зайдём. Корни там хотели... Да, я в курсе, приятно. Не, у нас КВ. Не, я ничего. А КВ? Что интервью, не интервью. У нас тренировка просто идет сейчас. Да, я бы хотел подглядеть немного, если... Нет, там прям как совсем никак. Ну, типа, у нас завтра игра, а и если... мы как раз к ней готовимся. Не-не-не. А тебе лично? Позже можно. Не-не-не. Точно не берешь? Ну, точно. Все, счастливо. Потом, спасибо большое. Да, я помню. Охранник. Да ладно, я прикалываюсь. Это ваша охранник, вот эта женщина? Ну вот, да, вот она постоянно... Она типа не пропускает? Она постоянно спрашивает бейджики. А у нас кто-нибудь спросил? Ну, потому что вы со мной, ребят. Со мной можно все. Тио Така! Сэй, удачи вам, Атай. Удачи! 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 Nine Pandas number one! Nine Pandas number one! Oh my god, the crystal! Oh my god! Top of this is a charge coming in, they stop the initiation. They see everything. They see absolutely everything. So, they get the jump, but it isn't to that Aegis, as you say. Квартирочки, ты коммуналочка. Happy to sacrifice himself on the first life. Ну ничего, в контру начнут играть. Или в фифу. Куда пойдут? Вот сюда, Амеди. Молодцы, пацаны. Бывай. Блин, ну пробрало. Прям. Я видел. Слезы. Я снялся. Почти как после айваски. Единственное, плохо не было. Поедем. Спасибо. Спасибо, Слав. Как и все, ты хочешь научиться выигрывать, но не признаешь возможности проигрыша.
Принимать поражение, научиться умирать, значит освободиться от смерти. Следовательно, завтра ты должен освободить свой честолюбивый ум и научиться искусству умирать.